Всем привет! Вы на канале Лазница. И если вы случайно попали на это видео, то не забудьте подписаться. Сегодня я хочу вам представить вот такую вот косу. Я ее назвала скат. Но почему-то она мне похожа на ската. Название все-таки нужно, потому что я знаю, будете спрашивать в Инстаграме или еще где-то, как называется эта коса. Поэтому я решила ее так назвать. Я отделяю крупную прядь на макушке и делю ее на три, как для обычной косы. Одну прядь откладываю и буду сейчас работать с двумя. Под левую прядь я подкладываю два пальчика и этой левой прядью оборачиваю среднюю. Забираю ее этими двумя пальчиками и протягиваю в такую вот петельку. Теперь я подкалываю эту прядь, она мне сейчас будет мешать. И беру третью прядь, которую мы убирали. Делаю то же самое, подкладываю под нее два пальчика и оборачиваю под средней прядью и делаю вот такую вот петельку, протягиваю. Также закалываю. Теперь откалываю опять первую прядь, левую, добавляю к ней подхват, добавляю я его вот так вот под прядкой, чтобы потом можно было вытянуть красиво косу. И также кладу два пальчика под левую прядь. Протягиваю под средний и сверху над средней забираю этими двумя пальчиками и протягиваю в петель. То же самое делаю с правой. Опять освобождаю ее, добавляю подхват, который кладу под эту прядь, стараюсь. И опять протягиваю через центральную. То есть центральная у нас, как вы ее отделили, так она и остается. Если вы видите, что не хватает волос в центральной пряди, то вы можете взять под ней часть волос и добавить к центральной. И затем также продолжать плетение. И вот так я беру по небольшим прядкам подхваты и плету так до самого конца. Lock in your love. I think we're close enough.
Когда подхваты закончились, я делаю все равно то же самое, пока не закончатся и вот эти вот две прядки. Вот, мы уже больше не можем обернуть этими прядками центральную, поэтому добавляем их к центральной. И я такое окончание сделала этой косы, я просто дальше буду плести тоже свою косу кнут. Вот, добавила эти две прядки к центральной, сзади отделила одну прядку небольшую и разделила ее на две, вот так вот по бокам. И теперь буду плести косу кнут. То есть одной прядкой сначала оборачиваю центральную и возвращаю обратно на левую сторону. И правой прядкой также оборачиваю центральную под левой и возвращаю на правую сторону. Левой под правой оборачиваю центральную, возвращаю обратно. Правой под левой оборачиваю центральную, возвращаю обратно. И так немножко проплетаю, чтобы было такое красивое окончание этой косы. В конце я просто завязываю резиночкой и вытягиваю боковые прядки. Вытягиваю я больше всего по центру, то есть сверху и снизу у меня коса уходит на нет. Они вытягиваются достаточно легко, только не тяните за подхваты. Поэтому мы и подхваты клали под саму прядку, чтобы вот так вот можно было красиво вытянуть. И самая верхняя тоже вот так вот вытягивается прядка. И мне почему-то похожа эта косичка на ската, поэтому я ее так назвала. Вот и все, коса готова. Надеюсь, что она вам придется по душе, и вы будете кому-то ее плести. Если будете выкладывать работы в Инстаграме, то отмечайте меня, я буду лайкать. Мне будет очень приятно, что вы оценили эту косу. На сегодня это было все. Я очень рада была с вами повидаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы случайно попали. Даже сейчас вот просто нажмите на паузу и подпишитесь. И если вам понравилась эта коса, то оставьте, пожалуйста, какое-то сердечко в комментариях. Мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на мой Инстаграм. Там я выкладываю все фотографии своих работ, а также мини-видео, которые и в Ютубе. Поэтому жду вас и там. С вами была Лазница Вика, и до новых видео. Пока!